Это четвертый подъезд. Ляхова, дом 3. Мусор с самого входа начинается. А, нет, канализация, да? Что ж, по ней течет он все. Офигеть. Так, тут чугунина. Выше пластик, а тут чугунина идет. Так. Ну, там дыра, ё-моё. Чё ж они ничего не делают? Деньги платим. Вот в таком состоянии. Канализация. Конечно, тут вода, они с сапогами приходят. Я никогда сюда не заглядывал. Так. Тут вообще чоп деревянный забили. И он уже сгнил. Вот такое состояние труб. Там пеной залепили. Тут чопом. Все на соплях. Мусора валом, елки-палки. Что ж такое, а? Как на свалке. Короче, тут канализацию менять надо. Такой бардак здесь. Все в мусоре. И откуда он тут берется, мусор-то? Откуда мусор-то? Почему за собой не убирается? Вот этот утеплитель. Это ж сантехники утепляли, все побросали. Вот канализация забита. Тут на пол трубы мусора. На пол трубы мусора. Это что за срач? Это что за срач? Следующая банка. Здесь что у нас творится? Тоже чоп деревянный. Здесь оттечет. Это что за дыхалка? Наверное, чтобы пробивать, если засориться. Вот, пожалуйста. Труба лопнута вообще. Вообще лопнуто. Пол весь мокрый. Тут периодически заливает стоками канализационными. Куда вот такая дыра? О, какашка лежит. Вот так вот. Поэтому и вонь здесь, и сырость. Дальше я не пойду, потому что в таком состоянии будет все дальше. Это что за мусор вообще? Что за свалка? Какие тут дела творятся. Так, ну-ка далее. В эту сторону глянем.
вообще течет тоже. Все мокро. Все мокро. Вот оно капает здесь. Но когда люди активно пользуются вечером канализацией, все идет через верх. Через все эти дыры пробитые. Канализацию надо менять. Вот она, трещина такая. Вот она, трещина. Так. Все. Это что за дела такие? Что за мусор? И кто его будет убирать? Кто его будет убирать?